Алекс Бо! И вам передают привет Рофл XP, Хенри Смит, Кейсер и Дарри Велики. Ну, не забывайте подписку, лайки, ну а мы начинаем! Поехали! Я залетаю во Французскую империю, так как у меня Германская империя, ну, почти на максимум прокачана. Просто, типа, у меня нет униформы за Германскую империю. А так, нормально. Зато у меня есть униформа за Французскую империю. Это что такое? РФ. Я не знаю, что это означает. Как будто Российская Федерация. У меня такой костюм... Я уже испугался. У меня такой костюм моряка, видите, вот эти вот значки такие. Ну окей, что я стою рассматриваю? А, чел, ты знаешь? Сигма. Окей, поехали. Полетели. Уху! Давайте. Что вы нам сделаете? Что вы сделаете нам, команде, отряду, просто... Ну да, там чел просто упал. Просто упал, отжался. Давай, у меня... Дарри велики! Ша! Ах ты ж, Дарри велики! Злостный Дарри велики! Ну ладно, я хотя бы двоих убил. Или одного. Непонятно. Ну, Дарри велики я урон нанес. Это уже что-то. Чего? Я подумал, это я стою. Такой же монокль и почти такие же усы. Ну, разве что улыбка другая и костюм другой, но такая же буковка РФ. Фух, погнали! Империя дед! Оу! Империя дед, ты что без штанов бегаешь? Ладно, это мы пропустим, этот момент мы пропустим. Хорошо, бежи по краешку. Тихо, аккуратненько. Пас! И минус один. Империя дед бежит. Ой, граната, ребят! Сейчас рванет. В принципе, окей. Так, берем сабельку и залетаем. Погнали! Дарри велики, минус. Мистер! Как он выжил? У него граната перед носом взорвалась. Как он вообще выжил? Окей, нужен гренадер, там куча народу стоит в одном углу. Я зайду вот так по краю, вон оттуда по краешку. Там удобно можно будет кинуть гранату, так как там, типа, такой мини-проходник, можно сказать. А! Кинул гранату. Фу, ладно, придется еще раз берем гренадера, так как за него я тоже могу кинуть гранату. Берем, давайте, погнали. Они там лезут. Кто там лезет? О, здорово. Мунчимен. О нет, это злой Мончи. Кто понял отсылку на какую игру? Ребят, кто понял? Империя дед там без штанов бегает. Сейчас я тебя подстрелю вон того кролика, который там прыгает где-то. Хотя, может, не надо будет подстреливать. Я лучше кину гранату. Пауч! Надеюсь, попал. Нет, не попал ни по кому. Ну, в принципе, окей. Граната! Ты. Пал! Чего я не могу кинуть гранату, а? Я сам себя почти убил. Как так-то? Да куда я кидал гранаты-то? Давай, заходи. Чё со мной? Почему я так странно бегу? Ну, ладно. Этот момент мы упустим. Минус один. Там дыревелики, на! Ах ты ж, дыревелики! Да сколько можно? Спасибо хотя бы Арсельнильс какой-то. Спасибо хотя бы за то, что отомстил, так сказать. Кого бы взять? Корректировщика артиллерии? Ну как-то нет смысла, мы уже почти захватили. Но чуть-чуть не считается, поэтому берем корректировщика артиллерии. Видите, у нас тут только киллы начинают происходить, можно сказать. Империя дед без штанов, как обычно, бегает. Как он это делает, а? Как ты без штанов бегаешь, а? Расскажи мне. Для меня это очень интересно. Окей, забегаем. Сейчас я закину куда-нибудь артиллерийский огонь. Куда-нибудь, типа, вон туда. Бам! Готово! Сейчас туда артиллерия прилетит. Наблюдаем. The next boy и чай. Какой чай? Где ты тут чай видел? Я не вижу чая. Я вижу только Рофл XP. И тебя. О, тихо. Ох, ничего себе, Клаус. Санта-Клаус, ты вообще кто такой? О, ну хотя бы Генри Смит справился. О, да меня кто-то подопнул. Я аж подлетел вверх. На. О, ну. Ну. Беги. Ты кто такой вообще? Кыш. У меня здоровья очень много. А. Очень много, его уже не осталось. Совсем чуть-чуть его не осталось. Я сейчас попробую вот здесь вот. Да куда ты стреляешь? Не стреляй бессмысленно, Next Bo. Next-ыч. Сейчас я попробую кого-нибудь подстрелить. Например, вон там вот, челик. Пам!
Да хорошего уже убили, ну как так-то? Пау! Есть, красиво граната полетела. Я это прям видел. Я это прям видел, как она туда залетела. Прямушки. Прямушки-такушки. Такушки-прямушки. Вперед, давайте, наступаем. Чё стоим, Чё стоим, кого ждем? Давайте, идем. Идем. Закидываем гранату. Бац. Все, закинул. Готово. Сабли. Нет, граната. Ох, прям позади меня граната взорвалась. Я прям увидел, как она залетела к нам в окоп. К нам в окопушку. Тихо, там чел, боюсь, то, что ты особо не справишься. Привет. И Света? Все! Нет, минус один. Нет, о, здоров, Wargames, который только что ко мне добавился. Берем скаута и погнали, так как нам нужно быстро до туда добегать. Очень быстро до туда добегать, чтоб нас не успели захватить. Давай. А прыжками быстрее? Мне кажется, прыжками, да, чуть-чуть побыстрее будет. Ну, правда, прыжки быстро заканчиваются, но это ничего страшного. Кто такой вообще? Еще кто такой? Алло. А, нормально, все, справились. Но этот чел, он очень жесткий был. Там взрыв. Не с места, не двигаться. Да. Ну что это такое за мега артиллерийский огонь какой? Нечестно так. Кого бы мне взять? Наверное, нужно пулеметчика брать, так как он намного жестче, типа. У него очень много. Вон, там куча народу набрало пулеметчика. Там вон пулеметчик идет. Еще, наверное, где-то один пулеметчик будет. Где еще один пулеметчик? О, нет, что это такое, что это за захваты такие? Жесть, нас просто захватили, как делать нечего просто. Ну, я сейчас обойду здесь. Бам, хедшот, минус один. Попробуем прописывать хедшоты всем. Бах, взрыв, вот это был красивый. Пау, почти попал. На, минус один. Не тут уж, не там-то было. Не так-то было. Шварк. Ла-ла-ла-ла-ла. Я мега жесток. Ла-ла. Я очень жесть как лагает. Но в принципе это мне только на руку. По мне тяжелее попасть, надеюсь. Когда лагает так сильно. Я подумал. Все, минус. Минус один. Древелики. На. Нет. Да, минус древелики. Минус эти деревелики, но потом я минус гранатой какой-то. Давайте, ребята, держим зону. Держим зону, не падать, ребята. Что с моим шлемом там было? Ракет какой-то. Иди пока в атаку, Фокси. Причем здесь Фокси. Здесь только империя дед без штанов бегает. Ну, в принципе, это есть какой-то в этом плюс даже. Кому хилка нужна? Хилка кому нужна? Нужна хилка. Надо было идти до этого с хилкой. Так, что делать? Наверное, лучше взять вместо револьвера саблю. Для того, чтобы вот так вот аккуратненько зайти. И вот так вот такой. Хоп. Что это было? Меня просто перестреляли, как делать вообще нечего. Окей. А, все, мы проиграли. Ну, ё-моё, ну как так-то? А нам что, опыт? А, 25 опыта дали хотя бы. Ну, хотя бы так. Уберите, Германская империя победила, мне это не нужно. Я хочу посмотреть, что у меня появилось-то вообще. А, ну ладно, блин. Элькут. Элькут берем, там дома есть. Ну, короче говоря, новая карта. Берем оружие, Французская республика, 3357 опыта. Это мне вообще ничего не дает, мне нужно минимум 4000 опыта. Это сколько играть-то нужно за Французскую республику? 6. И вообще, сколько лет нужно играть? Поехали! За османцев! Заходим за османцев! За османцев хочу! Тихо, садимся, чтоб меня нельзя было столкнуть! Нет, садимся! Есть! Я вступил! Нам нужно быстро захватывать, да? Англицизм! Ой, тихо, что это было? Ты! Аляб Сигма! Я буду называть арабов алябами. Так мне больше нравится. Маузер модель 1890 плюс байонет. То есть штык. А можно как-нибудь тихонечко здесь обойти? Тихонько. Вот так вот, никому не мешая. Это враги? Не враги. Хорошо, тихонько вот так вот обойду. Тихонечко. Паунч.
Минус один. Минус два, надеюсь. Скоро будет. Тихонько, тихонько, тихонько. Тихонечко просто. Вот так вот тихонько перебегаем. Вот так тихонько, тихонько, тихонько перебегаем. И вот так вот забегаем. Вот так тихо прям. Ребят, я просто бочком иду, бочком, бочком, бочком. Некоторые карты это просто бочком нужно проходить. На, попал. На, еще раз попал. Минус один. Ой, перезарядка, перезарядка, перезарядка оружия, перезарядка оружия. Очень плохо для меня сейчас. Плюс три опыта, я сейчас опыт накоплю просто нереальными количествами. Папс. Тихо-тихо, аккуратно, аккуратно. Папс. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Папс. Да хорош, я не могу попасть. На. Да как так-то? Придется револьвер брать. Брать, брать, брать. Так как так удобнее будет. Нет, чел! Чел, чел, чел! Ну! А, это свои. Это уже свои здесь наступают. Нормально вообще. Ну, берем, значит, револьверушку и идем. Идем, идем, идем. Я сейчас присяду здесь. Отдохнуть немножко. Ну, сейчас Османская империя просто вот так нахрапом, нахрапом и все, и захватим. Давайте! Вперед! Не боись! Ой, тихо! Не ожидал, не ожидал, не ожидал. Не ожидал. Гранат, гранат, куча накидали. Куча гранат, куча гранат. На, 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 на. Мистер Эррор, ты недоделанный. Хорош, что за мистер Эррор? Просто читак, можно сказать. Мистер Эррор, читак. Читак, читак, читак. Читак, это знают все. Мистер Эррор читерить нехорошо. Я уверен, что он читер. Потому что он слишком крутой. Круче меня. А это значит 100% читер. А я случайно еще стреляю зачем-то? Куда ты стреляешь? На, есть снайпер, минус один. Минус два скоро будет. Уходим, 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 уходим. На перезарядку. Перезаряжаемся? Я перезаряжаюсь, чел. Мне можно. Все, погнал, погнал. Быстро погнал. Куда ты стреляешь? Я не хочу так стрелять. На. Промазал, как обычно. Опа, на. Упал, упал. Отлично, упал, отжался. Тихо, 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 тихо. Нет, стой. Нет, не тут уж было. Не там-то было. Шрак. Минус один. Шварк, шварк, минус один. Заходим, заходим на крышу, на крышу, на крышу. Здесь вот чел какой-то. Тихо, 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 тихо. Тихонько, тихонько, тихонько. Тихонечко. Идем. Там никакого ПВП особого нету. Поэтому лучше возьму маусер. Маус. И попробую как-нибудь. Оп. Так вот. Чел, 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 чел. Это какой-то чел, какой-то чел. На, 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 на. Нет, ну, нужно было быстро отдалять экран и убивать. Нет, это чел очень жесткий, чел, тебе не выжить. Это там чувак просто жесть какой крутой. Ох, ребят, сейчас мы все захватим. Вы это сами увидите. Ребята, я дошел до самого интересного места. Тут куча народу. И тут вот можно заходить с саблей. Чел, 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 на, минус один. Минус, минус, минус. Куча народу здесь. Захожу, а, второй этаж закрыт, второй этаж закрыт. Выходим, 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 выходим. Давайте, 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 проходим через дом. Оп, здесь никого вообще. Здесь просто даже никого. Окей, я сейчас обойду, я сейчас обойду, я сейчас обойду. Я просто сейчас обойду вот так вот. Но, нет, нет, на, опять этот Рип Оунен. Он просто... Генри Смит! Ты что, против меня играешь? Ну все, я все понял. Я все понял, я все понял. Пау! Ну хорош, я стрельнул, это чел отлетел. Ну, чувак, ты не мог совсем пару секунд подождать. Там кто-то на пулеметах сидит, ну пусть пулеметит дальше. У меня прям над головой пуля пролетела. Так нечестно. Пули над головой не должны пролетать. О нет, это мистер Эррор. Это мистер Эррор. Да хорош, Империя Дэд, ты лучший. 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 Окей, давайте обойдем. Обойдем, обойдем. Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу, там чел, 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 чел. Чел, чел, чел. Ай, у меня почти... Ух, здоровье у меня, конечно, больше всего. На, Генри Смит. Все, минус Генри Смит. На, ну, на, ну. Есть, даблкил. Ребят, думаю, на этом даблкиле можно и заканчивать. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.